улучшить организацию дорожного движения должно изменение работы светофора в Твери на пересечении улиц Брагина и Ефимова у Тверского областного суда. Он переведен в трехфазный режим, а для пешеходов светофор работает исключительно с задействованием функции по вызову. В приоритете работы светофора – транспортные потоки. Главным является трафик по улице Брагина, второстепенным – по улице Ефимова. Они чередуются друг за другом, пока пешеход не изъявил желание перейти проезжую часть. Чтобы перейти дорогу пешеходу, надо нажать кнопку вызова. Она загорится сразу после того, как проедут оба автомобильных потока. Затем перекресток полностью закрывается для автомобилей. Перейти дорогу можно будет в любых направлениях. Такие светофоры устанавливаются там, где поток пешеходов минимальный, чтобы сократить время ожидания для автомобилей.